Большое включение из ангара 13. Что у нас с грозой? Грозой что? Какая обстановка? Все прекрасно. Давайте да? Я вам покажу. Пройдите, пожалуйста. Да. Значит, здесь у нас автомобиль очень уникальный. Думать, что гроза не готова, ошибка. Не показывать грозу, фатальная ошибка. Она красивая. Да, она красивая, она готова. Осталось она готова, сделать, да, сделать сход развала. Масло поменяли, да, спасибо нашим дорогим, замечательным партнерам. Evolution Blending, part number 710. Это одно и то же. Evolution Blending, это элитная Вася серия. Да, да, да. Короче, ладно, с грозой все хорошо, сейчас ход развалим и готово. И вот у нас еще кто на подъемничке в ангаре стоит. А знаете, почему он здесь стоит? Потому что сегодня на ней окажутся новые дисплеи. Та-дам! Пам-парам-пам-пам-пам! Наконец-то готовы новые 19-е кованые колеса Power Wheels от моих друзей Power Wheels. Теперь тачка смотрится отлично. Это новые свежие диски, которые не будут доставлять мне проблем с тем, что их надо постоянно ремонтировать от каждого стыка. Они прочные, легкие, очень клевые, красивые. Я похожий дизайн сделал с грозой. На грозе он такой более гоночный, там с пропилами, перфорацией. А здесь он более аскетичный, потому что машина именно в таком стиле. Как видите, фитушечка присутствует. Это все мы починим, не обращайте внимания. Значится. И также большой респект ребятам Штормавто, которые мне помогли с резиной. 19-е колеса Goodride. Это гражданские шины, то есть, как видите, не только бывают гоночные гудрайды, но еще и гражданские. 235, 35, 19. Следующее у нас мы покрасим, освежим суппорта, покрасим, поставим болты покрасивее. Но, в общем и целом, все очень красиво. И я, наконец-то, буду ездить на стиле. Так, ну что, чуть-чуть освежаем суппортишки. Весной я их уже покрашу нормально порошочком, а сейчас пока так временно. Но термостойкой краской. Чтобы все красивенько было. И именно потому, что он грязный, я по... О, боже! За что? Я заснял!